15 человек продолжают получать лечение в стационарах Актобе. Трое поступили сегодня утром. По последним данным, один из них скончался. Напомню, все пострадавшие оказались на больничных койках после событий, связанных с нападением террористов и их ликвидацией. Как сообщает Министерство здравоохранения и соцразвития, 14 пациентов в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелой. Одного пациента, госпитализированного 5 июня, врачи отправят в Астану, в Национальный центр нейрохирургии. Напомню, с прошлого воскресенья в больнице города доставили 39 человек. Трое скончались, пятерых выписали, 16 оказано амбулаторное лечение.